Армения и Китай отменяют визовый режим. В четверг на заседании правительства Армении был представлен законопроект об отмене визового режима между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой. Стороны заинтересованы в углублении сотрудничества в разных областях, в том числе посредством межличностных контактов и продвижения туризма, говорится в тексте законопроекта. Граждане Армении и Китая смогут находиться в странах прибытия в течение 180 дней с момента въезда. Отмечается также, что в период с января по октябрь 2018 года из Китая в Армению прибыло 8430 граждан, а из Армении в Китай 8450. Армянка стала главным инспектором по школам в Калифорнии. Калифорнийский школьный совет избрал американку армянского происхождения Вивиан Экчан руководителем школьного округа города Глендейл, в который входит более 30 образовательных учреждений с 26 тысячами учащихся. Вивиан Экчан, которая является уроженкой Армении, получила большинство голосов совета. У нее большой опыт в сфере образования. Более 30 лет она занимала различные должности в образовательном департаменте Лос-Анджелеса. Должность руководителя одного из крупнейших Калифорнии образовательных округов за последние 106 лет впервые занимает женщина, и факт избрания Экчан является историческим событием в штате Калифорния. К своим обязанностям на новой должности Вивиан Экчан приступит в середине июля этого года. Армянка Елизавета Мелик-Хайказян попала в рейтинг Forbes самых перспективных россиян моложе 30 лет. Автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Хайказян попала в список Forbes как одна из самых успешных граждан России до 30 лет. Девушка окончила физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В составе международной коллаборации ученых Мелик-Хайказян разрабатывает новые материалы для солнечных батарей и светодиодов. Мелик-Хайказян получила стипендию CIPJA – Сингапурского агентства по науке, технологиям и исследованиям. Тигран Худавердян – новый управляющий директор группы Яндекс. Яндекс назначил руководителя сервиса Яндекс.Такси Тиграна Худавердяна управляющим директором группы. Это новая должность. Худавердян пришел в Яндекс в 2006 году. Он в том числе возглавлял сервисы Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор. В 2015 году топ-менеджер стал гендиректором Яндекс.Такси. Тигран очень давно работает в Яндексе, знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании. Благодаря тому, что Тигран займется текущим руководством должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах, сказал генеральный директор группы компании Яндекс Аркадий Волош. Дороги – приоритет правительства Армении. На строительство дорог будет дополнительно направлено 7 миллиардов 400 миллионов драмов и 62 миллиардов драмов налоговых поступлений. Еще 40 миллионов драмов выделят на ремонт дороги Ереван-Гарни-Гегард. Всего предстоит отремонтировать 12 участков дороги общей протяженностью в 79 километров, из которых 28 километров капитально. На некоторых участках работы начались с 15 мая, на других они стартуют с 15 июня. Ранее уже утверждена программа по ремонту 320 километров дорог межгосударственного и республиканского значения. На эти цели из госбюджета выделено 16 миллиардов 600 миллионов драмов. Великому Шарлю Азнауру 95. С днем рождения, маэстро! 22 мая великому сыну армянского народа Шарлю Азнауру исполнилось бы 95 лет. В связи с этим по всему миру впервые прошел День Азнаура. В честь 95-летия всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнаура во вторник в Париже была установлена мемориальная доска. Мемориальная доска установлена по адресу Месье Ле Пренс в 6-м округе Парижа, где проживала семья азнаурянов после приезда в Париж и где прошло детство Шарля Азнаура, сообщает фонд Азнаур. Вспомним же, что говорил маэстро незадолго до смерти. Меня часто спрашивают, почему я так много делаю для Армении. Не знаю, как правильно ответить. Что-то там внутри есть такое. Да, искусство мое не армянское, образование французское, но зато армянская семья, корни, история. Мы родились армянами и будем ими до смерти. Легендарному герою Арцаха Аркадию Тертедавасяну Командос 80 лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил героя. Уважаемый господин Тертедавасян, от имени правительства Армении и от себя лично тепло поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Армянский народ относится к вам с огромной любовью и уважением благодаря пройденному вами пути, деятельности, службе родной стране. Неоценим ваш вклад в Арцахской освободительной войне, в частности, в освобождении Шуши и других победах, говорится в послании. Кинокомпания «Хайк» поздравляет от всего сердца Аркадия Ивановича с юбилеем и желает долгих лет жизни. Армянские спортсмены завоевали золото и две бронзы на старте чемпионата Европы.
Армянский самбист Тигран Киркасян выиграл чемпионат Европы 2019 года, сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. В первый же день турнира, стартовавшего накануне в испанском городе Херхоне, Киркасян одержал верх над россиянином Евгением Ереминым в весовой категории 52 кг. Бронзовые награды получили еще двое армянских спортсменов – Рафик Манукян, спортивное самбо в весовой категории 68 кг, и Пагод Бадалян, боевое самбо в категории 57 кг. Саргис Степанян стал чемпионом Европы. На чемпионате Европы по армрестлингу в Греции майор вооруженных сил Армении Саргис Степанян стал чемпионом Европы. Отмечается также, что Саргис Степанян стал чемпионом Европы в весе 80 кг в рамках категории «Спортсмены с поражением верхних конечностей». Саргис Степанян получил тяжелое ранение летом 2014 года в Карабахе в ходе спецоперации по спасению раненого товарища с заминированной территории во время диверсионной атаки азербайджанцев. Врачам пришлось ампутировать военнослужащему обе ноги и правую руку. Привет, я Алексей, с вами ведущий производитель кровельных материалов «Кровельный центр». У нас стартовала новая акция «Купи кровлю, вернем деньги». Все просто. Вот счет на любые кровельные материалы. Вы его оплачиваете и получаете купон участника акции. Возможно, именно вам повезет. Кровельный центр полностью вернет стоимость покупки. Подробности акции 8 800 1700. Звонок бесплатный. «Югстрой Империал» работает на рынке первичной недвижимости с 2013 года. Компания занимается строительством полного цикла, начиная от создания проекта и заканчивая эксплуатацией домов.